Вроде пообещали, что будут цены снижены с сентября, что ли. А это сейчас он открылся? Да. А может походить сейчас ей? За 5000. Я в шуте. Я не хочу одна. Наташ, сейчас нам что мешает входить в этот, как его, в Москвич? Да, давайте Москвич. Ей больше понравится в 100 раз. Нам все равно справки надо искать, Катьке. А вот эта красота, знаете что? Дом культуры. А вон то правительственное здание, которое мы думали, это школа. Школа. Я тут ни одного кустика, ни одной землянички не видела. Это не совхоз. Да мы сейчас поедем. Да это какой-то жук такой. Сейчас на Катьку прыгнет. А вон, смотри, Антон. Где? О, муха. О, обалдеть. Здесь и главное. Главное и этот. И здесь. И вот еще тараканы. Все подобрано. Именно то, что здесь и есть. Вот. Живность. А что ж тут возводят? Еще какое-то здание, наверное. Бегите в домик, бегите, я вам открою. Давай. А ты это в YouTube знаешь, что ли? Ну, постараюсь, да. Пойдем, нам же надо отовариться. Смотри, вон сад-то, Наташ. Вон садик. Стоим, смотрим, как эти, да? Как бедные родственники. А, да, но там специально все оборудовано. Да, прошу. Детский садик в совхозе имени Ленина под Москвой. Прикольно. Пойдем. Здесь пролезли, а вот это. Нет. Тут ключи собирать.